Доброе утро, уважаемая тетя Саня. Меня зовут Кирилл Антонов, я ваш племянник. И позвольте от лица всех родственников, от моей мамы, вашей сестры Тамары, поздравить вас с днем рождения. Пожелаю вам крепкого здоровья и чтобы ваша жизнь была наполнена только счастьем и хорошим настроением. Позвольте для вас исполнить в качестве музыкального подарка песню, которая называется «Родные края». Эту песню я написал в добрую память о своей родине и вашей тоже, о деревне Пакшинга. Как давно я не был в тех краях, где ручей от юности течет, где дорога жизни начата, а под вечер соловей поет, где под утро пахнет молоком, запах хлеба и лучины треск, где с рассветом встанет весь народ. На холме стоит деревянный крест. Как давно я не был в тех краях, где ромашки поля зацвели, где зимой кругом лежат снега, а весною в небе журавли. Я бы взял билет в один конец, чтоб остаток дней прожить в тиши. Там мои друзья, первая любовь. Время, я прошу, только не спеши. Я бы год отдал за один лишь день, где я был пацан ровно лет пяти. Там родная мать, там родной отец, вместе за столом ужины с печи. Как давно я не был в тех краях, где стоит увядший отчий дом. Там живу я сердцем, а сейчас я в руках держу фотоальбом. Еще раз с днем рождения. Всех вам благ, здоровья и счастья.